2 мая 2015. Город-герой Одесса, Украина. Центр, ЖД вокзал. Первая годовщина ужасной трагедии на Куликовом поле в Одессе год назад. Да, сегодня власть решила лучше перебздеть, чем недобздеть, как год назад, когда здесь не было ни милиции, ни правого сектора, ни нацгвардии. Ни МЧС. Ни пожарных, ни скорых, ни врачей. Пройдем внутрь, попытаемся через рамку металлоискателя.